10 декабря в районном дворце культуры ахимцам привели доказательства, что наш город гораздо старше официального возраста. Здесь состоялась презентация проекта «Так сколько же тебе лет, Аха?». Проект реализован сотрудниками городской библиотеки номер 13 при поддержке компании «Сахалин Энерджи». Знание истории родного города, истории его основания играет огромную роль в формировании отношения к своей родине. А история Ахи неразрывно связана с историей нефтегазовой промышленности на Сахалине. Инициативной группой, в которую вошли краеведы и ахинские старожилы, сотрудники библиотеки, музея, проведена кропотливая работа. И им удалось доказать, что Аха гораздо старше, чем установлено официально. В ЗАГСе хранится документ, в котором зафиксировано, что в Ахе начали официально регистрировать рождение и смерти с 1925 года. А еще, согласно переписи населения 1925 года, указано, что к этому времени в районе проживало более 400 человек. В литературе есть данные, что в 1920 году в Ахе было уже не менее 6 домов. Подводя итоги работы и анализируя представленную хронологию событий, можно сделать вывод, что ежегодно мы отмечаем не день рождения Ахи, а дату принятия решения о присвоении населенному пункту статуса города. Из истории Ахи вычеркнуто 17 лет. А значит, в 2021 году населенному пункту Аха исполнится 100 лет.